Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шара. И сегодня в выпуске. История со счастливым концом. Донор, сдавший плазму с антителами к коронавирусу, встретился с пациентом, которому это спасло жизнь. Восстановили анатомию век глаза самарские микрохирурги. Офтальмологи провели уникальную операцию. Более 500 страниц о героях родного края. В Самаре вышла в тираж энциклопедия подвига. В Самаре служба благоустройства и подрядчики приступили к аварийно-ямочному ремонту дорог. Это первый вид ремонта, технологию которого можно применять и при отрицательной температуре воздуха. Она должна быть от минус 10 градусов. Ямы на дорогах ликвидируют с помощью литой асфальтобетонной смеси. Ее температура составляет в среднем 215 градусов. При работе литым асфальтом вся жидкость из заливаемой выбоины выпаривается. Как это происходит, узнаем из репортажа Сергея Кизоркина. Путепровод на физкультурной дождался оттепели, и теперь дорожные рабочие его в срочном порядке реанимируют к нормальной автомобильной жизни. Бригада из 6 человек и 4 единиц техники с мастерством волшебника заделывают выбоины и ямы. Технология аварийно-ямочного ремонта проста и отработана годами. Главное – соблюдать температурный режим. Литой асфальт укладывается при температуре 240-260 градусов. Вот, то есть качество дорожного покрытия не зависит, и марка асфальта тоже не зависит. Он постоянно находится под нагревом. Дымится почему? Потому что разница температур большая на улице и в кокере. У нас остается автомобиль со знаками, то есть дожидаемся, пока он пристынет, потом уже передвигаемся. Список дорог, которые нужно отремонтировать в срочном порядке, сформирован по поручению главы города Елены Лапушкиной по результатам мониторинга состояния улично-дорожной сети и анализа обращений граждан. Информация по объектам, которые вызывают нарекания самарцев, поступает в администрацию города, в том числе и из Центра управления регионом. Все зафиксированные сообщения включены в план ремонта. Также учитываются предписания ГИБДД и прокуратуры. Кроме того, специалисты МБУ «Дорожное хозяйство», осмотрев дороги, оперативно корректируют этот список. В ночную смену работает порядка 4 бригад непосредственно на таких объектах, как путепровод по улице Физкультурная, улица Промышленности, мост по улице Главный, мост по улице Казачий и Ракитовское шоссе. По всему городу в ночную смену работает 4 бригады. Их общее количество примерно 20 человек и порядка 15 единиц техники. По поручению главы Самары Елены Лапушкиной муниципальные контракты на содержание улично-дорожной сети, в том числе проведение аварийно-ямочного ремонта, заключили со спецорганизациями еще в декабре прошлого года. Благодаря этому, как только позволили погодные условия, стартовал данный вид ремонта. До конца марта планируется отремонтировать более 11 тысяч квадратных метров. Основная работа идет ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Но там, где требуется немедленное вмешательство, ликвидируют ямы и днем. Ремонтные организации и асфальтовые заводы к работе подготовились заранее. Пока температура воздуха не упала ниже 10 градусов, литым асфальтобетонным смеси работать можно. К сожалению, в связи с тем, что у нас как раз очень долгий период стояла низкие температуры, хотя и предприятия, и завод по изготовлению асфальта готовы были составлять продукцию, работать, данная работа не делала, потому что технология не позволяет нормально это сделать. То есть пока у нас нет интенсивных осадков, температура не ниже минус 10, мы будем работать. Отметим, аварийно-ямочный ремонт выполняет лишь поддерживающие функции и проводится до наступления дорожно-строительного сезона, когда и начинаются основные виды ремонтных работ. Малыми и большими картами, комплексно, капитально, в том числе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, Максим Гусев. События. 17 материалов в отношении недобросовестных ТСЖ и управляющих компаний. В Самарском районе города прошел рейд с участием прокуратуры. Районные власти и надзорные органы проверили, как расчищают дворы и убирают снег с крыш многоквартирных домов. Что грозит тем, кто плохо следит за чистотой внутри дворовых территорий, выяснила Гульфия Сафина. У нас управляющие компании всего
Ну, две недели. У них денег даже наших нет еще. Поэтому их тоже понять-то можно. Они заработают на вас еще. Ситуация нонсенс. Жильцы регулярно рискуют жизнью из-за глыбы снега над головой, но не имеют претензий к своей управляющей компании. Вот только прокуратура такую солидарность не разделяет. Не дай бог, если будет совершен сход снежных масс с крыши, то есть травмируется. Ну, за это предусмотрена уже уголовная ответственность. Рейды по очистке дворов после обильных снегопадов в Самарском районе проходят регулярно. С участием представителей надзорного ведомства, общественников и местной администрации. Мы контролируем и работу управляющих компаний, работу обслуживающих организаций. И, собственно говоря, за администрацией внутригородского района тоже закреплены участки. В частности, это внутриквартальные проезды. Мы их тоже отрабатываем оперативно после каждого снегопада. Редко, но встречаются и нарушения. Как правило, неубранные дворы и вовремя не сбитая наледь с крыш. Реагируем в том числе и с привлечением к административной ответственности. Это штрафы. Мы надеемся, что до людей все-таки дойдет, что с такими вещами не шутят, что на кону жизни и здоровья людей. Только в минувшее воскресенье в Самарском районе составили 17 материалов на недобросовестные ТСЖ и управляющие компании. Рейды в Самарском районе продолжатся до нормализации ситуации. Гульфия Сафина, Константин Головин. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 271 случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 49 626 человек. За последние сутки выздоровели 297 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписались 45 873 человека. Пациенты, у которых заболевание диагностировали в легкой форме, проходят лечение на дому. Ежедневно представители районных администраций проверяют, как амбулаторные больные себя чувствуют и соблюдают ли самые изоляцию. С подробностями мэрии Елчан. Как у нас самочувствие-то? Нормально. Нормально. Так. Самоизоляцию соблюдаем, да? Ничего, все будет хорошо, вы не переживайте. За пациентами, которые проходят лечение от коронавируса на дому, ежедневный контроль. Дистанционно по домофону представители районной власти узнают, соблюдают ли больные режим самоизоляции и в чем они нуждаются. Жители, у которых COVID-19, не должны покидать свои квартиры до получения результатов анализов, подтверждающих отсутствие инфицирования. Сегодня мониторинг прошел в Кировском районе. Естественно, всегда интересуемся самочувствием. Вот. Обязательно предоставляю свои контакты. Даже, вы знаете, настолько бывает, но долго человек находится на самоизоляции, да, и такое сплочение получается, потому что это жители моего микрорайона, и мне настолько приятно, что мы потом еще остаемся и в хороших таких дружеских отношениях. На сегодняшний день в Кировском районе порядка 100 инфицированных. Это в несколько раз меньше, чем было в конце прошлого года. По словам властей, есть тенденция к снижению заболевших, но расслабляться по-прежнему нельзя. В целом, если у нас есть человек, который не соблюдает, скажем так, режим самоизоляции, мы эту информацию сразу же фиксируем и максимальный контроль усиливаем тем, в том плане, что готовим информацию для отдела полиции номер один нашего Кировского района, вот, который уже непосредственно с помощью выхода участкового или еще кого-то, кого они определяют, проводит с человеком профбеседу. Если фиксируется, что человек реально отсутствовал, то это уже штрафные санкции. За весь период в Кировском районе было порядка 10 нарушителей самоизоляции. Штраф за подобные нарушения может составлять от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Напомним, что на территории района организован волонтерский штаб, в который направляются заявки, и добровольцы помогают тем, кто временно не может выйти из дома. Оставить заявку можно по телефону горячей линии. Мария Елчан, Сергей Баскин. События. История со счастливым концом. Донор, сдавший плазму, содержащую антитела коронавируса, встретился с пациентом, которому это спасло жизнь. В Самарской области продолжается заготовка иммунной антиковидной плазмы. Кто ее может сдать и как проходит процедура, в нашем сюжете. Софья Кириллова работает детским врачом и еще на третьем курсе университета стала донором. Кровь сдает регулярно. Осенью переболела ковидом в легкой форме, быстро восстановилась и, как только это стало возможным, решила сдать антиковидную плазму. Для этого оставила заявку на сайте, после чего медика пригласили на процедуру. А спустя месяц узнала, что ее плазма спасла жизнь человеку. Как врач, я понимаю, что данная инфекция, она достаточно трудно поддается терапии. А переливание плазмы – это очень эффективная методика. Я уже от одного звонка, когда мне сообщили, что моя плазма пошла на пользу пациенту, стала намного лучше после переливания. Это такая радость.
Плазму с антителами перелили 60-летней Людмиле Федоровой. Женщина заболела еще в январе. Сначала лечилась дома, но становилось все хуже, и женщина оказалась в реанимации. Говорит, если бы не переливание плазмы, неизвестно, увидела ли она бы своих внуков. Для меня вот были они как ангелы. Вот все заходят в белом, вот ангелы и ангелы. Доктора молодцы. Они говорили, что мне дают какие лекарства, какие капельницы. И доктор Лич предупредил, что, допустим, вот завтра мы вам будем переливать плазму антиковидную. Вы не против? Конечно, не против. Уже на следующий день после переливания плазмы Людмиле стало гораздо лучше. К этой процедуре врачи прибегают в том случае, если после 3 недель болезни пациент не выздоравливает. Достаточно много пациентов мы пролечили с помощью антиковидной плазмы. Это пациенты, у которых не было эффекта от стандартной терапии, или в первые дни заболевания тоже активно использовали антиковидную плазму у пациентов со средним тяжелым течением и тяжелым течением коронавирусной инфекции. Одному пациенту требуются 2 дозы плазмы. Их вводят с промежутком в 24 часа. Донором может стать любой человек, который перенес коронавирусную инфекцию, и его кровь содержит много антител. При этом у него нет хронических заболеваний, заболеваний крови или перенесенного туберкулеза. Виктория Шарая, события. В Самарской области привились от коронавирусной инфекции уже почти 111 тысяч человек. Свыше 51 тысячи завершили вакцинацию. В первую очередь сделать прививку медики рекомендуют старшему поколению и тем, у кого есть хронические заболевания. Мэри Елчан расскажет подробнее. Лидии Каменевой 73 года, женщина в группе риска. Сегодня она решила прийти на вакцинацию. Говорит, не хочет сама болеть и быть угрозой для других. Прививку перенесла хорошо. Абсолютно никаких проблем, вообще даже ничего не чувствую. Обычно, когда раньше делали какие-то прививки, все как-то что-то ощущаешь, это вообще ничего. В настоящее время в Самарскую область поставили почти 130 тысяч доз вакцины гамковид-вак. Еще свыше 33 тысяч ампул планируется завести на следующей неделе. Вакцинацию проводят в 63 лечебных учреждениях, на базе которых работает 142 прививочных пункта. При посещении осматривает доктор, мы измеряем давление, насыщение крови кислородом, опрашиваем, какие есть хронические заболевания. Если есть какие-то противопоказания, мы даем медотвод. Если нет, у пациента проходит на вакцинацию, и через 21 день он должен явиться на вторую вакцинацию. В регионе привились почти 111 тысяч человек. Свыше 51 тысячи завершили вакцинацию, то есть ввели оба компонента вакцины. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции. Записаться можно через портал госуслуг, а также по телефонам как поликлиник, так и горячей линии по номеру 122. Мария Елчан, события. Впереди у нас экономический блок новостей. Светлана Кудрявцева уже в студии. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Что важного сегодня в новостях экономики? Президент поручил защитить россиян с кредитами. Когда внесут изменения в законодательство, сейчас расскажу. Но сначала о нововведениях в налоговой сфере. Федеральная налоговая служба планирует внедрить ряд нововведений, которые позволят собирать налоги с россиян и компаний по-новому и улучшить их администрирование, а также облегчить работу банков по изучению сведений о заемщиках. Данные о готовящихся изменениях опубликованы на сайте ведомства. Одна из ключевых инициатив связана с внедрением автоматизированной информационной системы нового поколения «Налог-4». Она предназначена для выявления махинаций с НДС. Кроме того, в этом году, как запланировано, в налоговой службе должна быть введена система оценки налогоплательщиков по сведениям, которые собраны при оказании различных услуг, в частности банковских. Это нововведение должно ускорить принятие решений по выдаче кредитов. Президент России Владимир Путин поручил принять закон, который будет регулировать порядок изменения плавающих ставок по кредитам населения, в том числе ипотечным, и сроков возврата таких займов. По мнению президента, закон должен лучше защищать россиян, у которых оформлены подобные кредиты. Изменения в законодательство правительство и Центробанк должны внести до 15 июля.
Российские женщины готовы тратить на антивозрастной уход до 5% своего ежемесячного дохода или в среднем около 5000 рублей в месяц. При этом самым востребованным средством для ухода за собой стал крем для лица, говорится в исследовании федеральных экспертов. До 10000 рублей готовы тратить 15% опрошенных, а до 20000 рублей – 2,5% респондентов. Более 20000 рублей на поддержание или сохранение молодости готовы отдавать лишь 0,5% опрошенных. Четверть россиянок ищут самые выгодные предложения в магазинах и берут товары со скидкой из разных ценовых категорий. Еще 17% женщин не всегда смотрят на цену, а берут лучший продукт, основываясь на отзывах и советах знакомых. Примерно 12% опрошенных устраивает бюджетная косметика, а 9,5% россиянок покупают косметику известных и дорогих брендов. Официальный курс доллара на 5 марта – 73 рубля и 79 копеек. Доллар прибавил 27 копеек. Евро – 88 рублей 94 копейки. Европейская валюта увеличилась на 7 копеек. Нефть марки Brent – 63 доллара и 83 цента за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Ювелирная работа. 4 часа длилась операция по восстановлению анатомии век глаза. Самарские врачи, микрохирурги буквально по кусочкам собирали травмированные ткани век пациента, который поступил в неотложное отделение после того, как пытался предотвратить аварию со снегоходом и чуть не лишился глаза. Подробности спасительной истории в нашем сюжете. Тольяттинец Юрий Злыгостев поступил в неотложное отделение с травмой глаз после того, как пытался предотвратить аварию со снегоходом. Подготовка к зимней рыбалке закончилась драматично. И, видать, у меня дроссель рычага газа заклинила, я его завел, и он поехал. Но я его, естественно, стал догонять, так как впереди стояли машины. Пришлось спасать ситуацию. Ситуацию Юрий спас, но ударился лицом о руль снегохода. От удара одно из век разорвалось на части. Самарские глазные микрохирурги восстанавливали поврежденные ткани буквально по крупицам. Травма привела к выпадению даже орбитальных тканей. И анатомически восстанавливались было очень сложно, потому что в момент травмы еще произошел дефект ткани, то есть часть ткани на верхнем веке отсутствовала. Пластические хирурги вынули из раны 2 осколка стекла. В момент удара Юрий был в очках. Операция длилась 4 часа под местным наркозом. Естественно, я этого не ожидал. Я думал, что порвал, зашьют. И, как говорится, там уж пару дней, да. А когда увидел результаты своей травмы, то, конечно, я тоже был очень шокирован. Ну и благодаря титаническому труду врачам, которые оперировали, операция, сказали, что прошла успешно. Будем надеяться на лучшее. Огромнейшее им спасибо, благодарность. Теперь Юрию предстоит реабилитация и амбулаторное лечение в поликлинике по месту жительства под контролем самарских офтальмологов. Мы делаем все, чтобы мы в кратчайшие сроки могли оказать высококвалифицированную помощь. У нас ежедневно, еженочно, я бы сказал, да, дежурят врачи в приемном отделении. Поэтому с любой травмой глаза, будь то ожог, травма, удар, ушиб, инородное тело, то есть вся острая ситуация, она может и должна быть предметом нашего пристального внимания. Мы можем это все делать, и у нас есть возможности, есть и оборудование необходимое, есть специалисты. Только за январь-февраль этого года в глазную больницу Самарской области за помощью обратилось 4377 человек, в том числе с травмами 1787 пациентов. Неотложное отделение на улице Новосадовой работает круглосуточно. Светлана Кудрявцева, «События». В Самаре прошел антинаркотический урок «Действуй во имя жизни». В гости к школьникам пришли зампрокурора, полицейские, общественники и волонтеры. Подробнее расскажет Мария Левина. Лионелла Черпакова заканчивает школу. Параллельно с учебой девушка занимается волонтерством. Несколько лет назад школьники выступили с инициативой создать на базе своего учебного заведения волонтерский отряд «Здоровые энтузиасты». Ребята рассказывают младшим товарищам о пользе здорового образа жизни. Заботиться в первую очередь о себе, о своем здоровье, чтобы жизнь человека была более полноценной.
Для школьников регулярно проводят профилактические уроки. Часто и сами ученики придумывают свои проекты и занимают с ними победные места на городских, региональных и даже федеральных конкурсах. Мы отправляем опыт работы наших волонтерских отрядов, и все это рассматривается, и в конечном итоге ребята получают, волонтерский отряд получает грамоты либо дипломы за высокий уровень результативности. В этот раз для самих старшеклассников провели тематический антинаркотический урок «Действуй во имя жизни». В гости к школьникам пришли эксперты – заместитель прокурора, полицейские, представители народной дружины и волонтеры. Учащихся разделили на 4 группы, для каждой из которых выступал свой эксперт. Здесь речь идет о том, чтобы осознанно дать понимание детям о том, к чему приведет в их жизни влияние наркотических средств, потребление наркотических средств. Здесь важна подача материала, здесь важно то, что мы не назидаем, то есть мы не вдалбливаем, не устрашаем, а мы задаем вопросы. И дети, отвечая на эти вопросы, они сами понимают и могут сопоставить, могут сравнить разные варианты их будущего. Профилактические уроки призваны снизить процент детской преступности и наркомании, заинтересовать учащихся полезной и безопасной работой, в том числе общественной. Поэтому с каждым годом ряды волонтеров пополняются. Мария Ильевна, Николай Епифанов, «События». Более 500 страниц о героях родного края. В Самаре вышла в тираж «Энциклопедия подвига». Первые экземпляры уже вручили руководителям школ. Страницы полистала Мария Левина. Генерал-полковник, заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа Александр Баранов. В начале нулевых военнослужащий руководил операцией по освобождению Чечни. За мужество и героизм президентом ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. Сегодня его имя носит 149-я школа в Самаре. В 2015-м по инициативе учащихся и их родителей здесь открыли тематический музей. Сегодня директору 149-й школы и еще 4 образовательных учреждений вручили энциклопедии подвига. Я понимаю, какую роль это играет для детей, такие проекты. И я думаю, что я сегодня принесу эту энциклопедию и поставлю ее на самую главную полку в нашем музее. Впрочем, долго стоять на полке у книги не получится. В планах использовать литературу для подготовки школьных рефератов и составления новых школьных экскурсий. Свыше 500 страниц о героях Самарского края. Мы сегодня говорим о 297 героях Советского Союза, 41 полный кавалер Ордена Славы и 55 героев Российской Федерации, чьи имена связаны с Самарской землей. Это целый полк, мы говорим, геройский, настоящий, самарский. Пример – это подвиг. И не обязательно, чтобы будет фамилия Иванов, Петров или чья-то. За этим героем стоят тысячи людей. 126 самарских школ названы в честь героев, 4 среднепрофессиональных образовательных учреждения и 1 вуз, получивший имя Сергея Павловича Королева. По сей день продолжаются поисковые работы. С 2014 года удалось найти почти в 4 раза больше героев на территории региона. Энциклопедии подвигов с историями этих героев отдадут в самарские школы и библиотеки. Ознакомиться с книгой можно и онлайн. Сборник доступен в электронном формате. В ближайших планах выход новой энциклопедии, рассказывающей о трудовых подвигах самарцев. В регионе 313 героев социалистического труда. Мария Левина, Максим Гусев, «События». Жители Самары подали уже 130 заявок на конкурс «Самарская маслена. Гостья дорогая». Участникам необходимо создать куклы своими руками. Профессиональные жюри выберет лучшие работы. И в конце масленичной недели они украсят площадь Куйбышева. Слово Мэри Елчан. Свыше 130 заявок поступило на участие в конкурсе «Самарская масленая. Гостья дорогая». Одни из претендентов на победу – воспитанники Центра эстетического воспитания детей и молодежи. Здесь школьники занимаются песнями, танцами и рукоделием. Как говорит преподаватель учреждения, участие в конкурсе для ребят – хорошая практика. Конечно же, необходимо объяснить детям истоки, откуда появился этот праздник, как он праздновался, какие основные элементы бытовали, например, у нас в Самарской области или вообще повсеместно в России. И, конечно, это прежде всего позволяет им развить свою национальную идентичность, понять, кто мы, какие традиции были на нашей земле.
Чтобы принять участие в конкурсе, воспитанникам было необходимо изготовить своими руками ростовую куклу высотой не менее 50 сантиметров. Ребята решили выполнить ее в современном стиле. На всю работу ушла неделя. Они сшили костюм, сделали украшения и нарисовали лицо. Каркасом для куклы послужила деревянная крестовина, а наполнили масленой синтепоном. Это очень веселый праздник, мне кажется. Вот. Мы с семьей празднуем сами дома. Вот. И здесь тоже хотелось приобщиться к общественным праздникам. Маслёна для конкурса может быть выполнена в разных техниках с использованием любых материалов. Заявки на участие будут приниматься до 7 марта. Лучшие работы представят на главной площади города во время проводов зимы. Мария Илчан, Василий Кладашов. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самара ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи!